Понимаете, если бы я не слышал за этими строчками в голове музыку, это было бы смешно. На мой взгляд, а с музыкой не читаемо вообще. Вот когда читаешь, не слышишь, что она играет внутри тебя, оно работает. Но музыка была первичнее. А те тексты, которые, а там сборники, в том числе и тексты, которые не были спеты, они по-другому смотрят совсем. Сейчас идет постоянно трибьют Ильи Кормильцева, уже, наверное, год два. Независимо от тебя, Ильи Кормильцева. То есть уже просто существует куча песней. Спасибо.
считают, что когда человек поправляется, то это все из-за внутренних комплексов каких-то психологических. Например, мальчики, там полные мальчики, значит, то, что они обижены там на своих родителей, еще что-то. Слышала про такое вообще? Ну, может быть. Я думаю, что вообще болезни вылезают на фоне нервного напряжения, каких-то проблем. В общем, да, все может быть, не будем гадать, друзья, а подождем еще минут 5-7 и начнем нашу презентацию книги «Диетологические глупости. Извержение мифов». 5 минут ожидания, и наши спикеры выйдут на нашу литературную кухню. Если я не помню, вряд ли не помню сейчас.
некромант. И снова некромант. Что, мы начинаем? Нет? Нет, мы еще не начинаем. Мы еще тянем резину. Ну хорошо. Давайте. Конечно, прошу. Здравствуйте. Я человек, которого подняли перед вами всеми. Бульзмен, друзья. Вообще меня зовут... Вообще меня зовут Геннадий. Вот. Иногда люди называют коллагеном. Мое прозвище... Спасибо, что все пришли. У меня такое предложение. Сергей Сергеевич, он ведь очень волшебный человек. И, в принципе, если вы все позовете его, я думаю, он быстрее появится. Короче, давайте попробуем, как книжка, там гидру будет. На счет три. Сканируем тарбушку. Раз, два, три. Два, цена вопроса. И в гостях у нас Александра Маринина. Ждем вас. Он здесь свою службу ведет. Здесь вообще написано. Я говорю, что вы слышите?